Моя очень близкая знакомая посоветовала мне питаться только овощами. Вот сегодня я приготовила, вот, правда, на бульоне от курицы, капусту, морковка, там еще чесночок, морковка. Вот, все это выложила в отдельную посудину, добавила вот сюда вот ранее доварила, как это называется, свекла. Вот. Но очень мне хотелось добавить вот. Курица у меня есть, сарделька есть, масло есть. Думаю, ну как так-то вот, просто вот это есть, как-то немножко грустно, но с другой стороны, думаю, ну ладно, поменьше жиру, поменьше мяса, может быть, действительно, я проживу дольше. Но соблазнов так много, вот еще вот у меня вот такие вот кусочки лежат, ватрушка, там еще самса, вот, и я думаю, что вот, ну ладно, вот, может быть, сделаю еще вот салат, и свеклы с чесноком, с зеленью. Но у меня еще вот есть вот прямо вот манят меня вот такие вот вещи, как вот здесь вот у меня орехи с изюмом, конфетки, суфле, фрукты. В общем, не знаю, что победит, но пока попытаюсь вот поесть. Вот сейчас вот приготовила себе порцию такую. Думаю, ну, буду жить долго, наверное. Очень надеюсь.